Россияне проводят на работе куда больше времени, чем многие другие жители Европы. Они с большим отрывом обгоняют немцев, французов или итальянцев. Тем не менее, это не мешает экономике России замедляться уже несколько лет подряд. Больше россиян в мире работают мексиканцы, чилийцы и, как ни странно, греки. Меньше всего работают в странах, которые считаются локомотивом европейской экономики – в Германии, Норвегии и Нидерландах. Жители стран-членов ОЭСР в среднем работают 1770 часов в год. Россия занимает 5-е место по количеству рабочих часов. В среднем в год россиянин проводит на работе около 40 часов в неделю. По доле рабочей силы Россия занимает 4-е место. У нас работает 68,5% населения. Это на 8% выше, чем в среднем в странах ОЭСР. Несмотря на все это, в России большее количество рабочих часов не приводит к быстрому росту экономики. В последние несколько лет российская экономика стремительно замедлялась. В 2013 году темпы роста составили всего 1,3%, а в этом году ВВП сокращается. Некоторые эксперты указывают на низкую производительность труда.